так в спортивном комплексе «Олимпиец» в Могилеве практически все готово для начала третьей четверти полуфинального матча Кубка Беларуси между командами «Гродно-93» и «Цмоки-Минск». Напомню, что после первой половины встречи столичные драконы уверенно выигрывают 47-33. Хотя после первой четверти казалось, возможно, мы увидим равную игру. Счет был 23-23. В принципе, начало второй четверти не предвещало ничего от такого, что случилось в дальнейшем. Однако у Гродно совершенно разладилась игра во второй половине второй четверти. Сбился прицел, и мы видим, что мы видим на табло. Уже на данный момент плюс 16, и «Смоки» уверенно ведут игру. И снова в атаке Ульянка, Миркович. Ульянка в угол Кудрявцева возвращает на Мирковича. И нарушение в атаке фиксируется. Мяч переходит в Гродно-93. Артем Мальков пытался сам завершить атаку, однако это не удалось. И Бранко Миркович. Бросал Бранко Миркович, однако Артем Мальков не позволил мячу попасть в корзину. Андрей Василевко берет тайм-аут. И снова пытается достучаться до своих подопечных. Но Гродно 93 и «Цмоки» у нас могут встретиться, вот так вот получается, только в Кубке Беларуси или в плей-офф чемпионата. «Цмоки» у нас выступают на международной арене от нашей страны. Ну а Гродно на данный момент лидирует в чемпионате Беларуси. Гродненчане пока ни разу не уступили. Однако им в спину дышит могилевский «Борисфен», который как раз и потерпел единственное поражение именно от Гродно 93 и отстает всего лишь на 1 балл от команды Андрея Василевка. Ну а «Цмоки» выступают, как я уже сказал, в единой лиге ВТБ. На данный момент занимают 10 место. В последнем матче на Минск-арене «Цмоки» уступили в овертайме «Химкам» 88-94. Отличную игру выдали подопечные Игоря Грищука, который после встречи отметил, что это вторая лучшая игра в сезоне после октябрьской победы над «Униксом». И все, наверное, согласятся с этим. «Цмоки» показали отличную игру с одним из лидеров, с одним из претендентов на получение титула. Так что на хорошей волне позитива приехали в Могилев столичные баскетболисты. Ну а теперь они надеются продолжить свое удачное выступление. 6 раз подряд доселе выигрывали Кубок Беларуси столичные «Цмоки». Нынешний у них заход на 7-й. На 7-е подобное достижение. Ну, посмотрим, смогут ли им помешать для начала команда Гродно 93. Но пока мы видим, что 35-53 в пользу «Цмоков». И, конечно, сложно представить, что Гродно заиграет в другой баскетбол и начнет отыгрываться и набирать стремительно баллы. Ну, посмотрим, что будет дальше. В атаке у нас минчане. Извините, Гродно у нас в атаке.
Сумели они сохранить для себя мяч. Бросок Эрнандеса из-за дуги. И забрасывает 9-й номер Гродно мяч в корзину. А также фиксируется фол со стороны Бранко Мирковича. И владение остается у Гродно 93. Отличный проход удается Ивану Каляеву, и из-под кольца 13 номер Гродно переправляет мяч в корзину. Напомню, что именно у Ивана Каляева уже на данный момент 4 персональных замечания. Лютыч трехочковым увеличивает отрыв в счете. А мячане продолжают уверенно гнуть свою линию. Блинков вместо Лютыча появляется на площадке. А мяч у Гродно. Ситник вводит его в игру, отдает на Коржа. Вячеслав смотрит, кому можно отдать. Решается сам пройти. Отдает на периметр на Эрнандеса. Эрнандес снова пошел сам. Попытался сложный бросок исполнить, однако мяч в корзину не попал. Кудрявцев. Александр, в принципе, мог сам завершать эту атаку, однако решил отдать на Белянкова, набегавшего, но Евгений уже проскочил точку, куда прилетел мяч, и случилась потеря. Эрнандес отдает на партнера. Мальков. Дальше бросок из-за дуги, не точно. Кудрявцев. Александр начинает очередную атаку. Белянков снова едва не потерял мяч, но в этот раз он смог поймать и переправить дальше на партнера. Миркович. Заслон от Штуца. Миркович сам идет, отдает на Кудрявцева. Кудрявцев из-за дуги. Точно. Дмитрий Кузьмин. Дальше на Эрнандеса. Эрнандес из-за дуги. Очередное попадание 9-го номера. Гродно 93. Бранко Миркович дальше на Белянкова. Белянков на Штуца. Штуц против Эрнандеса. Пытается сам развернуться Гаррет. Отдает на на Кудрявцева. Кудрявцев сам проходит. Отдает снова на Штуца. И Гаррет отличный бросок исполнил и принес копилку своей команды очередные 2 балла. Кузьмин отдал на партнера. Тот едва не потерял мяч. Мальков качнул Кудрявцева, отдал на партнера. Это у нас Ситник, если я не ошибаюсь, и заносит мяч до корзины. Бранко Миркович. Миркович на Штуца. Ульянка едва выловил мяч, чуть не улетел на половину поля площадки Драконов. И нарушает правила на 4-м номере Цмоков. Иван Каляев, 5-е персональное замечание. И вот Иван Каляев получает это свое 5-е персональное замечание. И удаляется с площадки. Вот так вот для 13-го номера Гродно 93. Еще в середине третьей четверти матч завершился. Лашкевич отлично разворачивается, уходит от Эрнандеса и забрасывает мяч в корзину. Кузьмин сам пытается прорваться, однако теряет мяч, перехватывает Миркович. Бранко тащит мяч сам, не отдает передачу. Сам идет завершать атаку, однако отдает пас назад. Но попадает в соперника, и мяч улетает за лицевую.
На площадку возвышается Вячеслав Корж, номер 22. Вячеслав Корж появился тем временем вместо Малькова на площадке. Миркович отдает направо на Кудрявцева. Александр сам будет пытаться завершить. Нарушает правила на 41-м номере Цмоков. Дмитрий Кузьмин, второй фол. Третий фол общекомандный в третьей четверти. У нас 4:15 до окончания третьей 10-минутки. Цмоки ведут 63-45. И очередной фол. Снова на Бранко Мирковича нарушены были правила. И уже следующий фол будет наказываться штрафными бросками. Блянков из-за боковой отдает на Мирковича. Бранко находит Кудрявцева. Александр снова сам будет пытаться. Нет, отдает на периметр на Ульянко. Павел не стал бросать. Сам пошел, но не смог занести мяч в корзину. Эрнандес забирает подбор на своем щите. Вячеслав Корж в угол площадки на Ситника. Ситник показывает, что будет бросать. Не стал этого делать. Дальше на партнера сыграл. Нарушил правила Евгений Беленков. Александр Семенюк готовится выйти на площадку у Цмоков. Заменяет он Павла Ульянко. Из-за боковой вели мяч гродненчане. Вячеслав Корж на Ситника. Ситник в угол на площадке на партнера. И тут уже фол со стороны Александра Семенюка. Андрея Мостова он не по правилам остановил. Из-за лицевой снова вводит Гродно 93 мяч в игру. Но отлично забрасывает Дмитрий Кузьмин. Красиво на индивидуальном мастерстве. Семенюк. И забрасывает с фолом Александр Семенюк. Двое противостояли ему под кольцом. И смог Александр переправить мяч в корзину. Еще и заработать штрафной. Не попадает Александр с линии штрафных. У него сегодня 3 из 5 попыток были результативные. Эрнандес глупо теряет мяч. Беленков не смог забросить мяч в кольцо. И теперь уже Вячеслав Корж быстро старается ответить. Отдает на Ситника. Ситник из-под кольца забрасывает мяч в корзину. 49-65 за 2:50 до окончания третьей четверти. Бранко Миркович. Кудрявцев предлагает себя, однако Бранко пошел сам со средней дистанции, бросает и попадает. Непростой бросок выполнил Бранко, но мастерство его не подвело. Кузьмин отдает на Коржа. Корж из-за дуги. Мяч отказывается лететь в корзину. Корж спасает владение для своей команды. Бросок из-за дуги. Это у нас, по-моему, Карасевич бросал, но не попал. Миркович. Еще одна попытка средней дистанции, не попадает. Лашкевич на подборе первый и реализовывает свою попытку. Вот вы видите на своих экранах, что 2 минуты до окончания третьей четверти. 49-69. Плюс 20 у столичных драконов. Кузьмин на Коржа. Против него Миркович. Размен. Теперь уже Беленков противостоит Коржу. Однако не подсказали 22-му номеру Гродно, что завершается время на атаку. И звучит сирена. Мяч переходит к столичным Цмокам. Бранко Миркович не спешит идти в атаку. Отдает на Семенюка. Семенюк на Лашкевича. Алексей разворачивается. Отдает на периметр. Оттуда Валютыч попадает отличным броском. Очередные 3 очка в копилке у драконов. Вячеслав Корж.
Орш отдает дальше на Ситника. Ситник. Можно было отдавать налево, однако он этого не стал делать. 8 секунд на атаку. Ситник сам идет завершать. Однако не удается. Лашкевич первый на подборе. Однако Алексею неудачную передачу сделал на Мирковича. И мяч улетел от игрока Цмоков за боковую. Тем временем у нас ровно минута осталась до окончания третьей четверти. Гродно в атаке. Вячеслав Корж пытается сам продраться. Отдает дальше на партнера. Едва не потеряли мяч гродненчане, однако Ситник подхватывает, пытается уйти от Лашкевича, бросается средней дистанции, попадает. Миркович. Миркович на Лашкевича, Алексей в угол площадки. Оттуда бросал Беленков, однако не попал, но владение остается у столичных баскетболистов. Дмитрий Кузьмин чем-то недоволен. Игроков Гродно со скамейки что-то высказывает судейскому столику. Арбитры пошли к своим коллегам, разбираются в данный момент. Команда владеет 2 секунды. Как я понимаю, 2 секунды остается на владение от Смоков вместо 12. Об этом, видимо, и сообщил Дмитрий Кузьмин судейскому столику. Но сейчас посмотрим, как распорядятся мячом драконы. Итак, ввели мяч. Бранко Миркович открылся, бросил. Не попал. Подбор остается за минчанами. Лютыч это сделал. Бранко Миркович теперь уже не спешит. Против него Вячеслав Корж. Заслон от Лашкевича. Получает мяч Лютыч. Отдает дальше на Беленкова. Беленков не попадает, однако подбор снова за Евгением. И на этот раз Беленков уже точен. Отличную игру показывают третьи четверти минчане. И завершается эта 10-минутка со счетом 51-74 в пользу Цмоков. Полное превосходство столичных драконов. И, конечно, Гродно сложно что-то противопоставить белорусскому еврокубковому бойцу. Немного болельщиков на трибунах Олимпийца. Ну, хотя примерно, наверное, такая же аудитория и собирается на матчах чемпионата Белоруссии с участием могилевского Борисфена. Хотя по опыту прошлого года можно сделать вывод, что могилевчане любят баскетбол. В плей-офф, на матчах плей-офф с участием могилевчан собиралась приличная аудитория. И очень громко тогда поддерживали могилевчане своих любимцев. Ну что ж, посмотрим, что у нас будет со зрительским интересом на втором полуфинале. Напомню, что в 19:00, уже меньше часа до этой игры остается, у нас выйдут на площадку Борисфен и вторая команда Цмоков. Ну, посмотрим, каков будет интерес к этой встрече со стороны могилевчан. Ну, я думаю, не особо прибавится аудитория в Олимпийце. Ну, у нас совсем немного остается до начала четвертой четверти. Ну, формально четвертой. Итоговой, конечно, пока не будем говорить из уважения Гродно 93. Хотя, конечно, 23 очка отыграть за 10 минут у столичных Цмоков, конечно, дело практически невозможное. Ну что ж, начинается встреча. Вячеслав Корж с мячом. И начинает атаку своей команды. Ситник налево играет. Снова неточная атака. Кудрявцев. На Семенюка. Александр не смог забросить, однако
Звучит свисток. Не понимают ни минчане, ни гранинчане, с чем он связан. Владение остается у драконов. Штуц. Дальше на партнера, однако на Семенюке нарушают правила гранинчане. Второй фол. Вячеслав Корж. Вячеслав Корж сфалил. Штуц на Семенюка. Открывается Лютыч. Быстрый пас на Штуца, однако последовал перехват со стороны Гродно. Корж сам идет, однако отбирают у него мяч. Миркович, нужно делать передачу, едва не отобрали у него мяч. Но Бранко смог сохранить владение для своей команды. Миркович на Штуца. Штуца встречают активно двое игроков Гродно. Что-то случилось у Гаррета. То ли наступили на ногу, то ли что, но что-то он так хромая последнее движение сделал. И да, хромая, он покидает площадку. Пожелаем здоровья Гаррету Штуцу. Будем надеяться, что с ним будет все в порядке. Мы еще увидим его на площадке. Подвернул, наверное, голеностоп легионер минчан. Ну, будем надеяться, что с ним все будет хорошо. Меньше минуты отыграли команды в четвертой четверти. Счет по-прежнему 51-74. Ситник. Ситник дальше на Коржа. Корж переводит на противоположный фланг мяч. Бросок из-за дуги. Попадание. Артем Мальков произвел этот точный бросок. До 20 сокращают отставание хозяева номинальные. Лютыч. Заслон от Семенюка. Лютыч сам пошел завершать эту атаку, однако на нем нарушили правила. Сейчас мы увидим два штрафных броска в исполнении Виталия Лютыча. Итак, смотрим. Первая попытка результативная. Второй бросок. Также достигает цели. Ситник не спеша начинает атаку своей команды. Против него Лютыч. Снова не удалось завершить результативно атаку гродненчанам. Кудрявцев сам решил завершать атаку. Александр, однако, получился и не бросок, и не наброс для партнера. Что-то среднее, и в итоге Гродно перехватило мяч. Артем Мальков вводит из-за боковой, отдает на Вячеслава Коржа. 22 номер сам пытается продвинуться к корзине, отдает на партнера. И доводят наконец-то до логического завершения свою атаку гродненчане. Виталий Лютович. Нарушены правила были на Виталия Лютыча. Неправильно его встречали хозяева номинальные. И Артем Байков, первый фол. Из-за боковой сейчас Бранко Миркович просит мяч в игру. Отлично играет Лютыч. На индивидуальном мастерстве ушел сразу от двух оппонентов. Эффектно развернулся и забросил мяч в корзину. Прорывался к кольцу Павел Карасевич. Однако на 93-м номере нарушили правила.
И сейчас мы увидим два штрафных броска в его исполнении. Итак, смотрим. Первый бросок достигает цели. Вторая попытка также завершается успешно. 7:25 до окончания четвертой четверти. 58-78. Смоки Минск выигрывают у Гродно 93 в полуфинальном матче Кубка Белоруссии. Бранко Миркович отдает на Семенюка, и Александр совершенно спокойно из-под кольца управляет мяч по назначению. Андрей Мостов сам пошел завершать атаку своей команды, однако не удалось это сделать. Александр Кудрявцев быстро продвигается вперед, отдает на партнера. И снова Семенюк из-под кольца завершает атаку своей команды. Ситник отдает налево на партнера. И не удается забросить. Это у нас был, по-моему, Павел Карасевич. Лютыч. Не удалось выловить эту передачу. Ульянко не стал бросать из-за дуги, но сделал очень сильный пас под кольцо Александру Семенюку. И мяч потерян. Замена Гродно 93. На площадке выходит Кирилл Чумаков. Кузьмин направо на Ситника. Бросок из-за дуги. И Мальков поражает кольцо трехочковым броском. Бранко Миркович бросает. Бранко из-за дуги не попадает. Артем Мальков не смог быстро приблизиться к кольцу, и фол в атаке фиксирует судьи, нарушил правила. 1-1 из гродненчан. По-моему, это был 15 номер Дмитрий Кузьмин. Ульянка из-за дуги, бросок. Неточный подбор. Остается за Гродно. Кузьмин отдает налево на партнера. Тот бросает сразу же, но не попадает. Ульянка забирает мяч на своем щите и бросает быструю контратаку своих одноклубников. Миркович не стал спешить с решением. Заслон от Белянкова. Направо играет на Кудрявцева. Кудрявцев немного продвинулся к кольцу, бросил. Однако мяч просто-напросто выскользнул из кольца. Кузьмин не смог завершить атаку, однако отвоевал мяч для партнеров. На Ситнике нарушены правила. Алексей Лашкевич появляется на площадке. Заменяет он Александра Семенюка. Итак, смотрим за двумя штрафными в исполнении Кирилла Ситника. Первая попытка точная. И второй бросок также достигает цели. На площадку выходит Андрей Навойчик, номер 25. Андрей Навойчик появился у Гродно 93 на площадке. Заменил он как раз-таки Кирилла Ситника. Бранко Миркович
В угол на Лютыча. Лютыч сам пытается уйти от оппонентов. Отдает на Ульянка. Ульянка идет на завершение. Не получается. Подбор за Лашкевичем. Алексей не забрасывает. Ну и тут вовремя подоспевает Павел Ульянка, который переправляет мяч в корзину. Из-под кольца Кирилл Чумаков у Гродно завершал атаку, однако не смог он забросить. Кудрявцев пытается уйти. А сразу от двух оппонентов на него аж три даже стянулись. Он отдал на партнера. Это был Виталий Лютыч. И отличный трехочковый бросок удается Виталию. Из-за дуги бросает Кирилл Чумаков, однако снова не хватило сил на бросок 14-му номеру Гродно. Ульянка на Лашкевича. Алексей на Мирковича. Ульянка. И нарушены правила в атаке столичными драконами. Четыре командных замечания уже у Смоков. У Гродно таких три. И 2:45 у нас до, уже можно говорить точно, окончания этой встречи. Замена сборной. На площадке возвращается Евгений Беляков, номер 12. Едва не потеряли граничане мяч на половине Цмоков. Кузьмин из-за дуги попадает. 15 номер Гродно. 66-87 за 2,5 минуты до окончания встречи. Ульянка не стал оставлять мяч Лютычу. Пошел сам Павел на завершение. И отличнейший мяч забрасывает 4-й номер Цмоков. Индивидуальное мастерство, конечно, на высшем уровне у подопечных Игоря Грищука. Бранко Миркович. Еще одна отличная атака удается столичной команде. Виталий Лютыч. Лютыч забрасывает. Дмитрий Кузьмин, третий фол. Четыре команды замечания. Гродно 93. Берет Гродно 93.